Всем здравствуйте! Полтора года назад мы выпустили видео большого фитиля, по-моему, там были метровые кольца. Но через некоторое время его почему-то заблокировали, это видео, оно стало недоступным. Доступным осталось видео проверки этого фитиля в деле. И вот сейчас я задалась вопросом, как бы вернуть это видео. И нашла его в папках там и решила переделать немного и перезапустить заново. Потому что много вопросов задают по этому поводу именно больших фитилей. Мы хотели его переснять, но пока не можем найти нужный материал для него. И вот на данный момент сейчас я возобновлю это видео. Надеюсь, на этот раз его не заблокируют. Так, решил сделать я большой фитиль для ловли карпа, леща, для крупной рыбы. Арматура стеклопластиковая, строительных магазинов сейчас продается. Вот, купил вот такую трубку, называется штанга алюминиевая, тоже в строительном магазине. По диаметру 8 миллиметров внутри. Это шестерка. И вот она как раз одевается. И вот так вот получается. Тут я по 5 сантиметров. Ну, это 10 сантиметров трубка. По 5 сантиметров сделал, чтобы заходила. И вот тут ударил несколько раз зубилом, чтобы крепилась. 3,20 длина. Кольце получается метр высота будет. Все вот так вот стыкуем. Тут несколько раз ударю зубилом еще и изолентой домотаю. Изготовил я вот такой фитиль все-таки. Выбрал время. Ячья на 30. Диаметр колец метровый. Сделал на большую рыбу. Вот мне считай, в костюме, наверное, поставлю. На заходы карпы пролезут. Вот такие вот большие. Получился он у меня. Сейчас мерю, сколько шагов метров. Десять метров. Сколько огород? Ну, огород, наверное, метра 4. А, 4 метра огород. И бочки получаются по 3 метра. Думаю, даже русалку можно в него поймать. Поедем ставить, испытывать. За русалку. По камышу? Ну. Протаптывать будешь? Докуда дойду? Что-то ты, походу, сейчас уже начерпаешь. Так сейчас вода-то теплая, могу не одевать костюм. Тебе это помогает? Сейчас какая-нибудь ямка будет. Ой, ямка. Ой, да.
Ну что, скрывает? Ну что, даже не начерпал ни сколечко. Жаль. Комар кусает за шею. Результатов теперь. О, вот такие вот. Рук-то длинных хватит так. На камеру не покажешь, какие, а просто так вот такое поймал, да?